Пицца почти итальянская. Делаю тесто. В теплую воду всыпаю сахар, дрожжи, соль и немного муки для начала. Вливаю подсолнечное масло и хорошо перемешиваю. Затем просеиваю оставшуюся муку и замешиваю тесто. Ставлю в духовку на 30 минут при 50 градусах Цельсия. Тем временем делаю нарезку колбасы и помидоров и натираю сыр на терке. Чеснок и грибы позже нарежем и натрем. Тесто подошло, начинаю хорошо вымешивать, слегка смазав руки и рабочий стол подсолнечным маслом. Выход теста 850 грамм. Мы делаем три пиццы разных размеров и тесто режем приблизительно на такие же части. Первый корж диаметром 29 сантиметров, второй 34. А третий я покажу, как выложить на лист. Слегка раскатала скалкой корж и на смазанный подсолнечным маслом лист вылаживаю, разглаживая по всей поверхности. За счет этой техники коржи будут тонкими, как у итальянцев. На сырые коржи вылаживаю кетчуп, колбасу, помидоры, чеснок на мелкую терку, сыр, присолить и, конечно же, грибы. По желанию майонез. Ставлю пиццу в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаю от 20 до 25 минут до золотистой корочки. Пока первая разрезается и съедается, вторая выпекается. Посыпаем зеленью и разрезаем ножом для пиццы. Всем приятного аппетита! Очень вкусная пицца, предлагаем приготовить.